Не было там 3 дней, чтобы мы не общались. Конечно же, работа вот в этой должности, я сам 7 лет поработал, это... 7 вы проработали? 7, да. Министра? Да. 24 часа на 7 на телефоне, в туалете, я не знаю, ночью, рядом с подушкой, даже не под подушкой, никогда телефон не отключался, максимум только эта вибрация, чтобы он не мешал на совещаниях. Это стресс колоссальный постоянно. Это, безусловно, всю жизнь с протянутой рукой, потому что ну, медицина все-таки при всех ее таких прорывах, она недофинансирована. Это очень и очень тяжелая работа. И ну, вот давайте вспомним и судьбу Камиля Шагарыча. Тоже, вот тоже, да. Тоже ну, по большому счету, человек сгорел. Да, поэтому это очень тяжелая работа. И давайте возьмем вот эти вот 2-летний ковид. Это, конечно же, колоссальный стресс. Вот представляете, какое количество к нему обращений, и сколько еще переадресовывал он ко мне, когда в Москве какие-то вопросы надо было решать там. Это медицинские вопросы, кому-то что-то помочь по специалистам и да. Так далее. В общем, конечно же, я думаю, что это в первую очередь работа, стресс. Мы были в пятницу, я заехал в свой Минздрав, поскольку уж я всегда его своим считаю. Да. Это была пятница, его день рождения. Мы заехали с Олегом Закаревичем Акберовым, так как раз вместе, что сидели только заместители. В 4 часа должно было быть совещание у президента. И мы заехали как раз где-то без 15:03 и до без 15:04 посидели, ну, как обычно, вот за здоровье, за все остальное и так далее. У него немножко он жаловался на повышение давления, в этом возрасте это естественно, но 50-59 лет это вот самый опасный возраст для мужчины, в первую очередь с точки зрения внезапной остановки сердца.